войне, в это ужасное время, когда немецкие войска стояли у стен консерватории, туда стали приходить музыканты, которые остались в Москве, многие эвакуировались. Но среди них были, например, Лев Николаевич Абой, Григорий Романович Гинзбург. Они приходили и просто садились за рояль и играли то, что им хотелось. И так продолжалось. Многие музыканты приходили. И дивная музыка Чайковского, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Скрябина, Сергея Васильевича. Это вы знаете кто? Сергей Васильевич, это Рахманинов. Сергей Васильевич, Сергей Сергеевич, это другой тоже, наш знаменитый Прокофьев, и Дмитрий Дмитриевич такой же. И эта дивная музыка, на мой взгляд, помогла людям преодолеть те ужасы войны, поднимала их, вдохновляла их. В общем, это было замечательное действие музыкантов. Незабываемое, я считаю. По-моему, о нем сосед забыли, как это было на самом деле.